Вы смотрите видео об отеле Savoy. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Savoy расположен в стране Италия в регионе Флоренция и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. Расположен в сердце Флоренции, на площади Республики, в окружении исторических кварталов. На территории отеля имеется 88 номеров, из них 14 номеров категории Suite. Ресторан El Encontro с изысканной кухней. Бар, где раз в месяц по четвергам проводятся гламурные вечеринки, и отель становится центром светской жизни города. Два зала для встречи банкетов вместимостью до 60 человек. Обслуживание в номерах, услуги химчистки, услуги по уходу за детьми. В номерах есть ванная комната, украшенная мозаикой, фен-халат, тапочки, две телефонные линии, голосовая почта, радио спутниковая, ТВ, интернет, кондиционер, мини-бар, сейф. Номерной фонд отеля состоит из классик, 25 квадратных метров. В большинстве номеров имеется просторный встроенный шкаф. Номера выходят на Пьеза Делла Репаблика и Собор Дуомо и могут быть соединены с Executive Double Rooms. Executive 28 квадратных метров. Некоторые номера выходят на Пьеза Делла Репаблика и могут быть соединены с Classic Twin Rooms. Deluxe 32 квадратных метра, состоит из спальни с гостиной зоной. В некоторых номерах ванные комнаты оборудованы отдельной душевой кабиной, так же как некоторые номера имеют балкон. Все номера выходят на Пьеза Делла Репаблика и Собор Дуомо. Studio Room 36 квадратных метров, состоит из спальни с гостиной зоной. В некоторых номерах ванные комнаты оборудованы отдельной душевой кабиной, так же как некоторые номера имеют балкон. Все номера выходят на Пьеза Делла Репаблика. Classic Suite 50 квадратных метров. Номера состоят из спальни с ванной комнатой, гостиной, также есть отдельная туалетная комната для гостей. Номеры этой категории находятся на всех этажах отеля и имеют и отличаются уединенностью расположения. Executive Suite 45 квадратных метров. Номера состоят из спальни с ванной комнатой и гостиной. Некоторые номера имеют балкон с видом на город или Пьеза Делла Репаблика, могут соединяться с Deluxe Double Room или Deluxe Twin Room. Signoria Suite 50 квадратных метров. Номер располагается на первом этаже, состоит из спальни с ванной комнатой и гостиной, также с ванной комнатой, имеет живописный вид на город. Номер оборудован собственной парной с возможностью арома и хроматерапии. Suite Republica, 60 квадратных метров. Номер, расположенный на втором этаже, характеризуется высокими потолками и просторным балконом с прекрасным видом на Пьеза Делла Репаблика. В номере – большая спальня, выходящая на пешеходную улицу, элегантная гостиная с антикварной мебелью и современной техникой, в ванной комнате, украшенной мозаикой, отдельная душевая кабина. Номер может соединяться с Deluxe Double Room. Suite Brunelleschi 45 квадратных метров. Номер располагается на последнем этаже отеля, состоит из спальни с ванной комнатой и гостиной, выходит на Пьеза Делла Репаблика. Номер оборудован собственной парной с возможностью арома и хроматерапии. La Suite – новый номер с двумя спальнями, откуда открывается панорамный вид на архитектурные красоты города, состоит из трех светлых, изысканных комнат с очень высокими потолками, комфортабельной гостиной и двух спальных комнат, каждая с собственной ванной комнатой. Входя в La Suite, вы полностью погружаетесь в истинно флорентийскую атмосферу, слушая рассказы о богатстве самых известных в мире музеев, памятниках Флоренции и живописных ландшафтах, окружающих город. Это новый способ персонального приветствия гостей в отеле Savoy с помощью аудиогида на нескольких языках. Год постройки гостиницы – 1893. Год, когда был сделан последний ремонт – 2000. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.